Давай стоечку боевую ставь, все. Дал мне этот левый сбок. На месте. А теперь без движения вперед. Вон она как. Сань, все нормально. Смотри. Ты стоял в стойку, ты вот сюда руку поставил. Угу. Ты поставил руку, смотри, локоть где. И у тебя безвыходно получается вот такое движение. Ты сбоку не можешь вот отсюда ударить. Вот сюда немного руку поставь. Посмотри. Вот к себе локти чуть-чуть. Вот. Вот тут грудь. Вот, молодец. Вот эта дырка здесь оставь. И теперь посмотри, когда вот твоя рука. Вот он ты вот здесь. Не вот здесь. У тебя теперь вот оно движение. Вот он локоточком круг. Вот прям до себя. Попробуй сейчас, ты мне сейчас, вот понимаешь, попробуй не сильно ударить, прошу тебя. А? Ты сейчас не попал, мне было очень больно. Извиняюсь. Что значит извиняюсь, а? Да ты сам себя извинил, что ли, красавчик, а? Оп, группировал сюда, наклонился. Вот сюда, да. Вот, а теперь вообще не разгибай локоть, давай без ног мне. Надо поймать эти твои руки. Почти, вот. Вот как ты разминочное движение, вот крутишь, да, не, вообще не, ну вот напряги бицепс. Да, а плечо расслабь. А бицепсы напряги. О! Вот он ты, локоточки, вовну, вот круглую спину еще. Вот сюда. Вот, качнул меня, качнул. Оп, локтем. Круг мне сделай, вот такой локтем. Во! Без ног. Посмотри на меня еще раз. Смотри, что делаешь ты опять. Здесь, да, пошел. И мне надо уже продолжать это движение плеча. Ты опять то, что мы разговаривали. Туда. Ты пытаешься попасть кулаком во время удара. Тебе самое главное начать движение. Он сам идет. Говорю, как свояк в бильярде, а? Непонятно как. Качнул локтем. Сверху прям, подними локтем. Медленно, ближе ко мне. Шире ноги поставь, прям оп. Во. Без ног говорю. То одной рукой, хорошо. Медленно, прошу тебя. Вот делай круг, чтобы, смотри, вот так хочу. Вот так прямо сделай. Вот уж перевернулось тебя, чтобы плечо. Не торопись, говорю, просто смотри сюда. Не на бороду мне смотри, а на лапу смотри. Почти. Вовнутрь локоть. Да, ну сделай ты медленно, но не надо сильно. Саня, ты мне что по лапам лупишь так, а? Голым кулаком. Они хоть и кевларовы, но, бля, пробиваются же. Ты что? Сделай медленно, почувствуй само движение. Вот сейчас классно получилось, но прям вот вовнутрь локоточком, да, вот это движение. А второй локоть поймай при ударе. Поймай второй локоть при ударе. Вообще перевернись, как будто локтем ударил. Во! Вот это. А теперь без ног, одной рукой. Не разгибай локоть, еще раз прошу. Сжимай кулак. Давай. Давай, не тяни к себе. Все, вот сюда бей. Саша, сюда смотри. Оп, начать этот удар надо. Сашенька, начать его надо. Вот это вот сигнал, вот эта кнопка. Вот дай вот так вот локтем. Во! Вот этот круг просто, а теперь медленнее сделай. Еще вообще напряги руку, не разгибай. 10 баллов. И второй локоть поймал. Во. Что ты сделал? Мысль понятна? Еще раз стал. Так же, к себе. Оп, локтем прямо вовнутрь, бей. Саня, вот сюда смотри. Ты что мне бороду смотришь? Делай, не наускоряйся, сделай медленнее. Да одной рукой сделай, достанет. Стоп, Саш, напомни одну ситуацию. Если тебе мозг разрешил наносить удар, то ты уже и так достанешь. Не помогай удару, тебе главное этот удар начать. Качнуть прям локтем. На самом деле это плечо пошло вперед, это уже удар пошел. Ты раз, и не начинай потом улучшать его. Все, уже удар пошел. Подсел. К себе кулаки. Вот к себе локоточки, да. На месте, без ног. Еще медленнее. Ты видишь, ты разгибаешь руку. Вот это движение. Он вот тут будет переворачиваться. А ты делаешь мне вот это движение. Начиная, пытаясь попасть кулаком. Ты пытаешься попасть кулаком, дотянуться. Ты его туда закидывать должен. Отпускаю. Раскрываешься. Не разгибай локоть вообще, он сам разогнется. Вот и все.
Что ты сделал по-другому? Ну, я перестал контролировать вопрос. Умница! Нельзя во время удара думать, как ты будешь бить. Ты просто дал, мы с тобой нашли самое главное, кнопку, понимаешь, вот включение. Вот ты локтем дал круг, все у тебя вперед. Как разминочное упражнение, вот ты делаешь. Ты что, думаешь, как я сейчас вот тут подниму? Ты просто крутишь. И что, переворачиваешь. Еще раз. Умница, не контролируй, уже локти. Вот плечи, да? Нет. Ну не надо, блядь, сильно. Ты сделал, понимаешь, вот ты... Саша, здесь вторая ситуация. Ты ударил, получился с определенной скоростью. А сейчас ты такой, да ты понял, сейчас я еще лучше сделал. Нет, не получится. Твои мышцы скоординированы вот для этой скорости. Ты сейчас стал быстрее делать, в итоге потерялся. Тебя раскрыло. Медленнее. Не контролируй удар, но не разгибай локти. Вот сюда, вот, вот круглая весь. Без ног, без ног. Поймай локоть второй. Да, вот сюда, прям вовнутрь, да, локтем. О, без ног, медленно сделай. Руку сломаешь нахрен, больно же. Я сказал локтем дай вовнутрь. Локоть дай вовнутрь, прям перед ударом. А, все. Да. Вот и все. Вот это движение локтем вот сюда, тебе дает безвыходный переворот следующий. Понял? Да, локтем вовнутрь, назад он идет. А вот сюда ты теряешься. А вот это на команда нормуль у тебя прошла. Понятно? Еще раз, да, локтем вовнутрь. Группировка, шире ноги, ближе к себе руки. О! Молодец. Молодец. У нас открытый, да, вот в этом моменте понятно, да, что парень уходит рука, кулак опускается ниже плеча, начинается раскрывание, начинается сохранение, не раскрытие локтевого сустава при перевороте плеча, дает возможность закрыть. Длина удара, ребята, еще раз говорю, это не локоть разгибаемый, длина удара вот, работа плеча, вот это длина удара, а насколько локоть распрямится, это уже следующее. И то, и что он сделал? Дав локтем вовнутрь, у него обратный пошел переворот плеча, естественно. Не ушло назад, не опустился кулак. И продолжил. И при боковом ударе ни в коем случае не пытайтесь достать, влезать, он как сказал правильно, влезать во время удара в сам удар. Самое главное. То есть его надо просто правильно начать. Качнул, он сам перевернется, сам пойдет туда. Дальше, блин, и второй локоть ловим. Все, пользуемся, спасибо.